Ну и в завершении выпуска о событиях, которые произошли в Китае, но не могли остаться незамеченными. Китайские фанаты Гарри Поттера вскоре смогут купить 8-ю книгу о волшебнике. Релиз «Гарри Поттер и проклятое дитя» намечен на 29 октября. Самая крупная площадка для онлайн-шоппинга Taobao взрывается от количества желающих приобрести издание раньше всех. В итоге уже 54 продавца занесены в черный список за нарушение авторских прав после продажи тысячи нелегальных копий книги. На стадионе города Пинху на востоке Китая состоялась массовая экзекуция арбузов. Конкурс художественной резьбы по толстокожей ягоде собрал более 1000 участников всех возрастов. Их рассадили за гигантскими столами, которые расставили в форме двух иероглифов, образующих название города. Дети, пенсионеры и студенты упражнялись в вырезке цветов, животных, затейливых абстракций, словом, всего, на что хватило фантазии. Нашли применение и недорезанным арбузом. После заката их снабдили подсветкой и отправили в плавание по рекам. Нежные и мягкие, плюшевые и ласковые. 23 детеныша черно-белого мишки показали посетителям научно-исследовательской базы по разведению гигантских панд в Чэнду. Все медвежата появились на свет в селекционном центре в этом году. Пушистых пандышей возрастом от 1 до 4 месяцев разместили на лужайке в вольере, чтобы посетители смогли полюбоваться китайскими мишками.